Я всех вас приветствую сегодня, кто заглянул. Сегодня я подготавливаю перцы на заморозку, кубиком порезала их. Из остатка перегородки перца и семена я буду перемалывать в блендере с солью. И будет у меня ароматная соль. Что я делаю? Вот у меня вот такие вот перегородочки, семена. Вот удалю вот эту зеленую часть. Помельче порежу их, чтобы все-таки миксеру было удобнее перемалывать это. Если есть кофемолка, можно через кофемолку семена и все вот эти перегородочки сперва отдельно перемолоть, а затем соединить с солью. Так, порезала мелко, отделила вот зеленые вот эти части, отправляю в комбайн любой, какой у вас есть, с семенами, прокручиваю все это и добавляю мелкую соль. Эту соль, она будет влажная. Я эту соль хочу использовать, как бы, чтобы уже в конце блюда мы готовые блюда солили этой солью ароматной. Не буду я высушивать эту соль, например, в духовке. Да? Если у вас объем большой перцев, перегородок этого перца, семян перца, то вы можете высушить и перемалывать уже кофемолкой, потому что это уже будет чуть-чуть термически обработанная как бы смесь витаминов. Хочется, чтобы все-таки сохранялись они побольше. Как мы знаем, в любой термической обработке витамины, они улетучиваются. Поэтому буду высушивать на подносе, постелю салфетку и эту соль с перцем буду, с перегородками буду высушивать при комнатной температуре. Так, соли у меня, например, в этой упаковке 500 грамм. Я буду добавлять немного соли. Соль у меня мелкая. Смотрим, как пробивается все это вместе с солью. Прокручивается. Будем смотреть на объем. Сколько у нас много или мало. Будем вместе смотреть, как все это перебивается. И перебиваем, знаете, до мельчайших, как бы, мельчайшего состояния вот нашей массы. Вот так вот мой блендер перебил вот эту массу. Семена еще сохранились. Если для кого-то важно, чтобы семена эти полностью растворились, в кофемолке все вот эти семена отдельно пробейте и соедините с этими перегородками. У меня нету кофемолки, поэтому особо для меня и не беспокоит, что где-то попадутся семена в этой соли. Сейчас вот добавлю остальную соль. Сюда можно будет добавить куркуму. Чуть-чуть, например, белого перца можно будет добавить. Вот. Перемешаем. Так, соль у меня, как я сказала, было 500 грамм. Видите, не нужно большую порцию соли добавлять сюда, чтобы это полкилограмма, когда высохнет у нас, там нам нужно будет перемешать с другой солью, уже сухой. Здесь у меня белый перец. Он чуть крупный такой. Вы можете добавлять
к этой соли любую свою приправу. Например, 2 чайные ложки к этой соли я добавила. 2 чайные ложки белого перца и добавлю еще куркуму чайную ложку. Можно чесночный порошок туда добавить, можно и не добавлять. Если же у вас много перца, вы можете из перца также готовить. Или же, к примеру, подготовить из нескольких перцев перегородок, например, 3 перцев и 1 целого перчика тоже сделать пюре и уже приготовить эту соль. Вот так, со своими любимыми приправами. Тут может быть и кориандр, ну и то, что вы любите. Смотрите, друзья, я подготовила вот такой вот поднос большой. Тут у меня 2 слоя бумаги. И буду выкладывать на бумагу и сушить. Сушиться тоже нужно накрывать, чтобы пыль не попала на эту соль. Все перемешиваем хорошенечко. И отправляем сушиться нашу соль. Вот так вот выкладываете все это. Сверху накрываете салфеткой, чтобы пыль не попадала. Днем несколько раз перемешиваете. Как высушится эта соль? Перемещаете это все по баночкам. Можете с зеленью перебить, тоже так же высушить. Это по вашим как бы вкусовым предпочтениям. Все это будет намного дешевле, так что пользуйтесь. Рада буду, если кому-то понравится, кто-то будет использовать этот рецепт. Всем хорошего дня!